Важным политическим событием в стране назвал сессию Ассамблеи народа Казахстана госсоветник Ерлан Карин. По его словам, выступление президента Касым-Жомарта Токаева продемонстрировало фундаментальное значение межэтнического согласия для строительства республики. Карин особо отметил слова главы государства о том, что все наши граждане ощущают себя неотъемлемой частью большой и единой казахской нации, где каждый этнос вносит свой бесценный вклад в укрепление дружбы, гармонии и согласия. Спасибо.